Кировский театр «Кукол» отправится в большое гастрольное путешествие. Пройдет оно в рамках федеральной программы Министерства культуры. Жители более 70 городов смогут посмотреть детские спектакли разных регионов России. Кировский театр отправится гастролировать 14 апреля. Артисты поедут в Москву, Ярославль, Тулу и Белгород. Завершится творческое путешествие 25 апреля. А уже 26-го Кировский театр будет принимать у себя гостей из Московского камерного театра «Кукол». За два дня кировским зрителям покажут спектакли «Серебряная копытца», «Бычок, смоляной бачок» и «Письмовик» по роману Шишкина. В мае на сцене театра «Кукол» состоятся гастроли Тульского театра со спектаклями «Карлик нос» и «Серая шейка». В октябре Киров посетят актеры из Вологды, а в ноябре из Кстова. Эти гастроли, вот большие гастроли сейчас уже, да, это не только показ спектаклей, вообще это проверка театров на, так скажем, состоятельность и творческую, и организационную. Потому что мало того, чтобы показать свои спектакли достойно, потому что в каждом театре складываются какие-то свои вкусовые предпочтения, да. Вот вы не поверите даже, насколько сложно было выстроить вот эту вот такой длинный маршрут. Когда мы пришли в театр, театр гастролировал по области очень много. 7 месяцев в году театр гастролировал. Это были 70-е годы 20 века. Вот. Нет ни одного уголка в нашей области, где бы не был наш театр. Ну, конечно, в те времена у людей не было ни телефонов, ни компьютеров, у кого-то даже телевизоров не было, поэтому нас в районах области всегда ждали очень.